связи с запуском передатчиков второго мультиплекса в горячем ключе теперь доступен прием 20 цифровых телевизионных каналов. Для их просмотра необходимо сделать автопоиск каналов на ваших телевизионных приемниках и цифровых приставках. Для приема цифрового сигнала телевизор должен поддерживать формат DVB-T2. Обладателям аппаратов, которые не поддерживают этот формат для приема цифровых каналов, необходимо будет приобрести специальную приставку. Они продаются во всех магазинах, торгующих бытовой техникой. Телевизионные каналы в цифровом стандарте работают в дециметровом диапазоне, поэтому антенна должна быть также дециметровой. Более подробную информацию о настройке оборудования и приеме каналов можно посмотреть на сайте Краснодарского КРТПЦ. Краснодар.ртрс.ру.